Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Ну что, поехали посмотрим, что у нас за ежедневные задания. Нанесите 20 единиц урона разгромом, плюс 20 единиц урона капитаном огоньком, и выиграйте игру крепким зомби-героем. Крепкий и разгром — это одно и то же, поэтому давай, наверное, сразу с него и приступим. Так, орешек, ты пока отдохни. Ой. Вот сюда вот. А мы выбираем разгрома. У меня есть два разгрома. Один, который у нас на гаргантюахах, а второй, если не ошибаюсь, это на спортивной колоде. Но так как я уже говорил, что спортивная колода пока, ребята, не в мете. Я не знаю, будет ли она вообще когда-нибудь в мете. Потому что противник жесткий. А вот поиск соперника у нас что-то затягивается. Надыбали. И это капитан Огонек, и причем высшая лига, ребят. Капитан Огонек с высшей лиги. Это надо быть профи, если он именно им дошел до высшей лиги. Так, вот это я, наверное, уберу. Уже интересно. Такой раскладец меня устраивает. То есть гаргантолог есть. Банан. Ну, давай, наверное, бомбанем. На банане тратится? Неужели он хочет на бананах сыграть? Ха. Хорошо. Мы все равно с тобой мы не можем прикрыться, ребята. Ладно. Ну, это ерунда, ребята. Одного раздаем, да, я думаю. Или как нам лучше сделать? Нам, наверное, лучше сделать так. По уму-то, да? И, наверное, вот так вот. Будет прокачиваться, понятное дело. Не без этого. Давай поставим так. И вот так. Будем смотреть. Он, конечно, может его прокачать, потому что капитан Огонек у нас на чем? Слушай, подожди, если он банан взял, неужели у него будет замшевый комочек? Я что-то об этом не подумал, только сейчас вспомнил, что он же может его поставить. Превращает, и в кого он превратит его? Вы говорите, что у тебя там бонусная атака сейчас будет? Ну, в принципе, ребята, мы что с вами сделаем? Один из этих у нас получится в любом случае. Так вот, кто? Хотелось бы глянуть. Давай попробуем сделать так. И вот так. Ага.
И что же сделать мне еще? Давай вот так вот попробуем. Ему нужно вот этого уничтожать, да? Получается. На молекулярках на одних хочет выкрутиться. Ну, это фигня. Ну, давай. Блок мы... А, нет, ребята, блок. Кого превратить? Давай вот этого. Отлично. Это пригодится нам еще. Давай так сделаем. Все никак не угомонится со своими молекулярками. Ну ладно. На кого он хочет прокачать их, я не могу понять. Ну, поехали. Все, молекулярки у него закончились, по идее. Ага, ага. Ну что он тут сделает? У меня есть вирус. Банан-то фигня. Вирус. Придется, ребята, вирус активировать. О, да. Сдохнешь, нет? Не сдох пока еще. А сейчас сдох. Так, хильнемся, наверное. Слабак, сдался. Не дал даже мне гаденыш 20 единиц урона нанести. Я уже там обрадовался разгромчика поставить в следующем ходу. Поставил. Но выиграли зомби героем крепким. Но здесь речь в чем, ребята, фартануло. Два гаргантолога сразу выпало. Кстати, насчет гаргантолога. Сколько у меня энергии? Давай посмотрим. Подожди. Подожди секунду. Так, например, возьмем. А излишков нет, получается, да? А энергии-то сколько вообще у нас? Например, могу я приобрести? А, 3420. У меня их два. Слушай, а почему... А в колоде у меня у... Разгрома их сколько? По-моему, один. Надо второго брать тогда, получается. Ну-ка, подожди секунду. Что я делаю, блин? Я вообще не то делаю. Надо не здесь же смотреть-то. Надо смотреть нам по битве. Сколько? Я сейчас гляну. А, их два у меня, ребят. Два. Два хила. Два зомбота. По большому счету бы вот этого бы еще взять. Он очень крутой. А если я вот так вот, например, поменяю? А ты сколько у нас из тебя, например, делать? Сколько ты стоишь? Сколько ты обходишься нам по энергии? Ну, по-моему, он тоже, ребята, это как легендарная карта. Он не меньше 4 энергии. Не понял, покажи еще разок.
Что-то долго прогружает. А вот этот, я не знаю, нужен ли нам. Да, ребят, он 4 стоит. 4000 энергии. То есть даже если захочешь, не получится ничего. У меня 3 вируса. Ага, вот этот еще есть у меня. Вот эти вот зачем мне 2? Так вот, если по большому счету прикинуть. Три защиты. Флакон. Плюс вот этих вот. 2. Две вот эти вот. Вот это, конечно, штука прикольная. Ладно, ребят, давайте попробуем еще партийку сыграть. Может быть, я, конечно, сейчас зря поубирал там кое-что у себя из колоды. И опять капитан Огонек. Сегодня что, день капитанов Огоньков? Ё-моё. Ну, пока, наверное, так сделаем. Что прикажешь делать? Давай так поставлю. Прокачиваешься, да, гаденыш? Двойной, что ли? Двойной. Так. Блин, прокачивается и прокачивается, гаденыш. Прокачивается и прокачивается. Плюс 4 к атаке, да? Ой, ребятушки, не знаю. Валун, валун, блин, не в тему. Ну, трындец, блин. Ну, что вот мне, блин, сейчас делать? Ну, давай вот этого поставим. Ну, а фига еще остается-то? Пипец просто. Да я даже никого убрать здесь не могу. Не смысл. Давай так сделаем. Надеюсь, могилоеда нет у него. А хотя, если даже и есть, ребят. Ну, все пошло через одно место, а. Все, мне хана тут. Разберут, друзья. Как вот этого чмошника не смог уничтожить. И все, и пошло-поехало. Ну и что? Ну... Ну, давай сюда поставим.
Ну и... дальше-то что? Сейчас он этого качнет 4 в лицо и все. Хи-хи. Идиота кусок. Ну вон и все, вон тебе ребят. И орех, а нет, орех нам сюда. О! Так, мы сейчас с тобой. Фу-у-у! Два гаргантюа у нас получится. Такой расклад меня устраивает, ребят. Так. О, хилбот. Ой, хилбот. Ты понял. Шикарно. Ага, огурец. Давай так вот сделаем. Бляха, муха, твою налево, блин. Уничтожил все-таки гад, а. Как он сейчас будет выкручиваться, я не знаю пока. Любой из этих нанесет, если урон, ему кранты. У нас есть еще вирус. И он довольный, да, на этом? Все? Ну и до свидания тогда. О, даже так. Давай так вот бомбанем. Орех у него, ребята, орех у него был, ты прикинь, а? Хмырь, не было бы у меня здесь бы никого, ребята, разнес бы в пух и прах. Просто в щепки. Повезло, просто повезло, что такой крупняк он у меня здесь стоял. А теперь, ребята, мне надо играть за огонька, твою налево. Наверное, все выполняли ежедневные задания. Так, ну что, пойдем, блин, капитан Огонек, значит. Как за него сейчас играть, я ума не приложу. Капитан Огонек. И еще и дали мне, ребята, еще и дали мне этого великануса на высшей лиге. Че бы нет-то? Что это такое? А что за фокус это? Вот оно что. Офигеть, офигеть, одни заклинашки, ребят, повыпадали. Это нужно 4 энергии, чтобы его поставить. И потом при всем при этом, если он будет ставить могилы, мы с тобой ничего не сможем сделать. Почему? Потому что у капитана Огонька нет могилоедов. Вот, ребят, элементарный ответ. Что-то он ждет, что он что-то выжидает, ребят. Да офигеть может, ты посмотри. Но я ничего пока делать не буду. У меня смысл что-то делать, друзья. Вы издеваетесь сейчас?
Васей, вы что, вы хотите сказать, что... Вот, вот, ребята, о чем я говорил вам. Давай, короче, сделаем так. И вот так. И вот так. Я не знаю, кто там, сейчас посмотрим. Плавунец. Да. Я думаю, что он, наверное, понял, да? Банан. Прикинь, сейчас ландшафт сюда поставит какой-нибудь. Я тебе сказал, что ну, кровожадный стоит. Все, ребят, короче, на смарку моя вся тактика, блин, по поводу... Нет, еще есть кабучка. Ну что, погнали тогда. Ну, в защиту. Отлично. Давай в лицо его прям. Огурец. Ага. Ну этого я смету сейчас. Это, в принципе, тоже для меня как бы. Не особо там проблема, так скажем. И... А это считается как заклинание, нет? Только бы ландшафт не влепил сюда, ребят. Ну это ладно, это фигня. А теперь придется огурцом драться. А, у него еще телепорт здесь, да? Все. Так. И вот так. Три, три, шесть. Он сейчас сюда, ребят, кого-нибудь поставит. Мне хана, я сам себя подставил. Я надеюсь, он не дурак, вот сюда влепит. А, ну так тоже как вариант, ребята, пойдет. А, он сюда еще переместит. Ну тут, ребятушки, я сам себя подставил. Что я могу сказать? Я просто в шоке, что у этого капитана Огонька выпало вот всего, всего подряд. Ну, это, конечно, что-то, по-моему, перебор, друзья. Я, конечно, сейчас гляну, но это что за, что это за колода? Там хоть кто-нибудь есть помимо этих? Как-то... А это вот нахрена здесь? Вот, вот это вот, я вот не понял, ребят, зачем оно там нужно было. Эти еще, ребята, я понимаю. Комок, комочек этот замшевый. Как он, мох, мхец. Дудец, трындец, блин. Молекулярочка бы тоже, в принципе, неплохо бы здесь зашла, наверное. Но вот это вот, мне кажется, это как бы не особо здесь нужно. Орехи. Возможно, но все-таки лучше вот это, наверное, брать. Ну что, попробуем еще разок, ребят. Ну, капитан Огонек такой персонажик себе. Я
Вот если брать, как вот, например, за нежить, если мы вот деремся, да, выбираем там Нептусь или еще кому-нибудь, не умею я за них играть. Здесь за Капитана Огонька абсолютно та же самая, ребят, песня. Абсолютно та же самая песня. Как за него играть, фиг знает. Есть какие-то супер-пупер-убер-команды, но... Вот опять же, у него наверняка есть валун, 100%. Поставить его сюда? Ну, как варик, можно его поставить сюда. Он зомби-астронавта вызывает, видишь? У него валун, да, сейчас будет? А, нет, у него вон что. Два хода ждать еще надо. А, у него вон что есть. Ну, давай. Ну, ей хана, ребят. Нет. Хотя, 5, 6 это 3. Ну да, в принципе, на следующем ходу разнесу я ее в пух и прах. Сделаем так. И сделаем так. Пускай там со своими заклинаниями сидит. Ясен перец. Так, ну что, на следующем у нас пойдет вот кто, ребят. Ну, он тут будет шаманить. Понятное дело. Так, летучих мышей размещает. Так, нам надо будет сейчас прокачиваться, ребят. И прокачиваться очень круто. Прокачиваться очень круто. Это... Что нам сделать? 8 хп у него, да? Сейчас. Угу. Так, бомбанем это чудище лесное. Ай, Нарина, найс. Так, ладно. Там размещай кого хочешь. Так, нанесем 3 единицы урона, нам останется 5. 5 в лицо ему нанести. И будет нормально. А 5 в лицо это банан и это, в принципе, нормально. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Так, давай бомбанем. Берем отсюда его. Кто там у него может быть, ребят? Да кто угодно, если честно. Вирусами будешь себя обкладывать, да? Понятное дело, вирусами будет обкладывать.
Жалко, у меня нет бонусной атаки. Ох, я бы им прокасал, прописал бы. Так, потом поставим виноградину и, в принципе, нормально будет. Опять начинается своим шаманством, блин. Так, ну этого рикошет не займет, потому что он под заклинашкой. Ягоду убирай. Виноградину убрал. Так, в лицо ему 15 дайте, пожалуйста. От души. Но он уже понял, ребята, что 15 в лицо, потом виноградина и все. Тут ему хана. Повезло. Повезло. Здесь, конечно, очень хорошо сыграло. Я не нанес ему 20 единиц урона. Вы серьезно, блин? Пипец. Да, ребят, пипец пипцовый, блин. Я в шоке. Ну куда этот? Кстати, а вот так вот неплохо сейчас вот этот, ну, дело в том, что нужно его как-то успеть дождаться. Это 3 энергии как минимум нужно, да, 3 энергии. Бамс, бамс. И чё? Бамс, бамс. И... ну, 3 энергии надо, в любом случае, как ни крути. Он дает сколько? 2 и 2 сверху. То есть это будет 3 и 3. Для ягоды 3 и 3. Даже не знаю, ребят. Даже не знаю. Так, ну этого хламона сразу же валим. Не в кому тут валяться. Придурку этому несчастному. Давай сделаем так. Чтобы заклинания ребят применял, и мы прокачивались. Отлично. Ну давай, 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 давай. Так. Если я сейчас этого возьму, то это будет беда, да? Хрен с ним, давай. Где бананы? Где все? Когда, блядь, надо... Ну, выпал, блин, бананчик, наконец-то. Ну, и толку только мне от этого сейчас, ребят, вообще никакого не будет. 2-2 это дает, 2-2. Ну, и чего? Давай сделаю так. Дай бог, у тебя ракета есть, а? Банан потратил, блин. Это его выбор, друзья, это его выбор был. Ну я, в принципе, понял, что он там делает и что он хочет делать. Рискнуть. Рискнем.
Хотя нормально, ребята, все нормально. Главное пробить. Да иди ты в пень, блин, со своим безумием, блин. Ну, миксом я его сейчас уничтожу. Достал он уже. Утырок достал, блин, корень. Давай так. Это пускай там сидит. Ну, у него, правда, ракета есть, ребят. Понимаете же? На один дороже. Ну, я тебе говорю, что ракета у него есть. Ну и что, куда он там? Кого он будет бомбить? Твое дело. Поехали. Так, что, 4 единицы? Ну, этого разнесем сейчас. Так, 4 и 3, да? Нормально, как раз будет самый топ. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Что делаем? И как делаем? Пим-пим-пим-пим-пим. Давай так сделаем. Немножко не клеится, ребята, у меня здесь кое-что. Ну, бонусную атаку можно здесь сделать. Это фигня. Да что ты, блин? Посмотрим. Броня. Плюс 4 к атаке. Оставим пока это все. А вот это сейчас Эврику, да, свою включит. Наберет заклинаний. Сюда не попал. Поехали. Так, кофейные пули там тебе, да? Ну, поехали. Ага, опять. Ландшафтик, этот ландшафт тебе, парень, не пом... О, вообще шикарно. Кукуруза. Как, из последних сил, что ли, ты там выжимаешь из себя, да, парень? Ну, это и хана сразу же. Этому, в принципе, тоже. До свидания, дядя.
Давай так сделаем. Поехали. Две заклинашки у него, конечно, еще есть. Не знаю, ребят, что у него там есть. Какие из, именно из заклинаний. Все, до свидания. Огурец бьет и этот добивает. А что скажешь, ребят? Все, по чесночку. Капитан Огонек вырулил, вырулил. Молодец, красавчик. Все у тебя получилось как нельзя хорошо, ребят. Да мы еще и в 47-ю лигу попали. Круто, круто. Так, еще, ребята, ежедневочка у нас осталась, поэтому давай-ка мы ее добьем и все, на сегодня будет. Безумные правила, давай посмотрим, что хотя бы тут у нас. Что, почему, почему. Так, все бойцы получают плюс 1 единицу силы при использовании. Самое время поиграть с питомцами Заморозга и его стратегической колодой питомцы с холодными носами. Да как сказать, ребята, против Цитрона обычно не прокатывают шутки такие с животными. Но я постараюсь. Обычно он ага, заклинание есть. Ну что, давай проверим. А, плюс 1/1 при использовании. Вот так вот. А, ну-ка, давай-ка сделаем так. И вот так. И ураганчик на смятение. А, такой вопрос в том, кого мы сейчас сметем. Мне хотелось бы, конечно, кактус. Отлично. Итого 12 хп мы ему оставляем, да? Че он будет? Фонарь свой ставить? Ну почему ты убежал сюда-то, твою налево, блин? Стенорех. Ты понял? Еще один уточник. Слушай. Давай, наверное, так. Так, а что? Ага, кактус. 3-4, блин. Поехали. 3-4, 7. 7 в лицо, ну это. А все, ему крышка, ребят. Тыдич! Прекрасно! Прекрасно, ребята, игра получилась сегодня. Очень даже зрелищная мне. Как по мне, ребят. Не знаю, вам понравилось или нет. Я думаю, что понравилось. Были такие моменты довольно щекотливые на самом деле сегодня. Но мы справились. Особенно за капитана Огонька. Это, конечно, трэш был. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.